Естественно, не буду говорить, что придумал это я. Вот. Наверное, у кого-то это есть, и у многих. И такие вещи продаются. Ну, в общем, угол пустовал на такой полочке. Вот. Полка деревянная. Особо я сюда ничего не ставил, ну, кроме леек, там, всякого барахла. Вот. И решил, собственно, сделать вот такое вот место для хранения отверток. Разметил, просверлил, все очень быстро. Видно, что за отвертка торчит. Вот, удобно ее вытащить. Единственное, сейчас пылесосом надо стружку деревянную убрать и все. Потому что все валялось вот так. Собственно, не очень приятно было это искать. Для инструмента, для ключей, то есть быстренько тоже изготовил. На гвоздиках ключики висят. Но опять же, то есть это все на скорую руку, потому что, конечно, надо заняться. Можно из металла сделать, с хорошими крючками и с длинными такими палочками, типа электродов, потому что, видите, не все ключи поместились. Вот. Но это летом уже. Сейчас просто я говорю, что замучился, все валяется. Вот, и пришлось вот так вот повесить. Но это вот я, честно говоря, доволен. То есть народ, в принципе, очень удобно хранить, очень удобно брать эти отвертки. Вот, видно, какую отвертку вы хватаете. Вот. Ну и в принципе, опять же, видите, полка стояла, собственно, угол был без дела. Сейчас этот угол заполнен хранением отверток. Все, спасибо.